Приветствую вас на канале Хибина, и это будет новая рубрика, называется «Автохлам». Вот приехал автохлам, приехал он на замену масла. И сейчас я вам покажу, на чем люди гоняют. Значит, вот. Это у нас типа тазик-каблук. Ну, не суть. Не суть. Да, базара ноль, тачка рабочая, все дела. Но она же все равно перемещается. Блять. Так. Первый казус. Ну ладно, хы, с ним. Мотор весь обоссан. Просто, я не знаю, у него как будто масло заливают. Прям, я не знаю, сверху просто льют. Оно есть вообще? Ну, как бы на замену масла машина приехала. Где щуп-то и это? А, вот он. Так, что у нас тут? Ну да, такое. Пора менять, наверное. Ну, ладно, хоть есть. Правда, что-то где тут уровень-то? Что-то даже... То есть, масло у нас прям доходит до 21.03. Вот, ну-ка вытрем. Вытрем. Максимум вот. А уровень вот. 21.03. Еще один. Два уровня, короче. Для тех, кто как бы не особо в теме, скажу. То есть вот минимум. Вот минимум. Вот максимум. А вот до сюда у нас масло было. Ну нормально, все нормально. Наверное, поэтому он весь из него льется. Крутяк, крутяк, крутяк. Что у нас тут? Есть там что-нибудь интересное, нет? Флэшдайки-то. Алло? Тут нет никого. Понятно. Ну, хотя если... Пусто, блядь. Понятно. Ладно. Ясно. Что у нас тут? По тормозам, там, по сцеплению, что давайте посмотрим. Ну так, чисто по приколу. Ух, ебать. Давайте подсветим ее малюха. Понятно. Ладно. Она, кстати, вообще даже еще и работала как-то фигово. Вот, тут трамблер покрутил, настроил чуть-чуть. Давайте сейчас заведем, ладно, капот даже не будем закрывать. В прямом эфире, так сказать, сейчас заведем ее. Да, сюда еще попасть надо. Блять. Ебать. Вот тут тазик, ё-моё. Так, ключ на старт. Передача, а нет, нейтралка должна быть. Отлично. Давление масла не гаснет. А вот погасло, смотри-ка. Ух, ебать. Часики, ебать. Часики, ладно. Сейчас подниму. А наверху по-любому еще много чего интересного. Ой, наверху, ну, в смысле, внизу. Так, вот мы ее подняли. Ну, тут понятно, это нормально. Так, а, ну тут типа хомут, наверное, здесь должен быть. Не суть. Так, что-то, блин, тут мне не нравится. Блин, фонарь попал. Опа. Ща. Так, ну-ка. Вот так. Наверное, видно вам. Вся рулевая трапеция, короче,
дохлая просто. Что справа? Так. Ага. Ни хрена себе, смотрите, какие уголки наварили. Ух ты. Можно прям как на лыжах фигачить. Фига у меня она как криво поднялась. Ну ладно, фиг с ним. Так, ага. Тут, значит, должен быть стабилизатор. Тут ухо отломано. Тут его все шпилек вообще нету. Ну и правильно. Тут приварено. Ну нормально. Тут что? Тут тоже приварено. Или обломано просто. Не видно. Ну, в общем, нормально тоже все. Все, чики-пуки. Так, тут рулевая трапеция такая же. Просто туда уверен, нахуй. Ну, гнилая, естественно, в хлам вообще. Это как бы даже можно не показывать, да? Там гнилая в хлам. Все, боссаны и сверху, и снизу. О-о-о. Смотрите на это. Нормально, че страшно. Как бы масло-то это ладно. То, что она там гнилая, тоже бог с ним, понятное дело. Ну вот то, что у тебя рулевая трапеция, все в хлам просто. Это вот, конечно. Ты же едешь по дорогам, подвергаешь других людей опасности. Блин, не могу я один показать, в общем. В общем, тут. Все они, в общем, все шаровые раздолбанные, в общем, короче говоря. Дальше, идем назад. Что у нас тут? Сзади нас тут рессоры, так как это каблучок. Сзади нас рессора. Так. Вообще эпический глушак просто. Просто. Ага. Тут почему-то гайки нету. Вот. Тут гайки почему-то нету. Тут две. Тут тоже две. Ага. А тут нет. Нормально. Идем дальше. О. Глушак. Нормально, что? Тут дверь бобры погрызли. Что, порога нет просто? Ну, не стоит. Ну так нормальная бричка, что? Нормально. Амортизатора что-то не хватает кусочка. Ну, пыльника, ладно, пыльника. Ну, естественно, на... Главное это... На мосту крепления для тяг остались. А их нет. Ну, их и не должно быть. Тут типа рессоры стоят. Бобры все погрызли. Здесь, зачем тут резинка вот эта? Чем там держал, интересно. И тут такая же есть. Типа отбойники, что ли, какие-то? Непонятно. Непонятно. Прикольный тазик, прикольный. Кто там? Ну это так, я бегал-то, обошел ее всю. Так-то есть на самом деле еще поковыряться, там по-любому еще артефактов много всяких найдем. Ну, в общем, вот, это была рубрика автохлам. Вот, это был первый автохлам. Ну, чисто я не выбирал, чисто случайно он так доехал. Вот. Если интересно, буду снимать такие тачки, которые приезжают на обслуживание иногда. С банальными какими-то там, или уже в хлам, там раздолбанными, там подшипниками, уже там на бодах уже приезжают. И им только вот, ну, там только маску поменять. Ну, нормально что. И вот обычно такие вот приезжают и говорят, вот мне прям, вот прям по минималочке прям сделай то, что надо. Вот только то, что вот прям действительно надо сделать. Вот,
Вот по дешману, там, как можно дешевле, там запчасти, там, знаете, один приезжал на Жигу, покупал бэушные рулевые наконечники. Бэушные рулевые наконечники на Жигу. А он, бля, по-моему, новый стоит 200 рублей, он там, а он бэушный за полтишок взял, вот за полтишок. Вот. Хотя замена его, его надо поменять, но скот-развал там делать, а нет, ну да, скот-развал тут не надо делать. Так, говорит, на глаз, говорит, выставь, чтобы колеса не свистели. Ну, выставляю, ну даже, ну я вроде нормально стараюсь, конечно, делать. Опасно людей так выпускать-то. И вот по рулетке выставляю между колесами, замеряю. В принципе, нормально. Но я, конечно, говорю, езжайте на скот-развал. Ну, будут деньги, заедем. Резина, естественно, шипованная, на улице лето. Шипованная резина. Все сезон. Нормально.